Так. Это у нас Марс, на который фотоаппарат по каким-то одному ему известным причинам отказывается наводиться. 4 мая 2018 год, Харьков. Ну, Марсу, в принципе, все равно, да и фотоаппараты, по-моему, тоже. 50-я параллель северной широты. И время так, о! Часа по 3:40 утра по Киеву. Так, как же мне тебя тут зафиксировать, родненький, думаю, а? Я ж тебя знаю, все. Получилось. Красота. Так, это у нас послевкусие вчерашнего парада планет. Вчерашняя дымка сильно помешала. Сегодня дымки поменьше. Сейчас точно время скажу. Сегодня нам не дымка мешает, а ветерок. 3:40 по Киеву. Ну, как плохому танцору понятно, что мешает. Да, либо дымка, либо Марсик. Вообще красота. 56 миллионов километров до Марса сейчас. Ближайшее расстояние за 15 лет. Хорошо, Марс есть. Где у нас Сатурн? Должен быть. Наверное, не даст сияние Луны. Опа, опа, опа. Вон он, я его видел. Товарищи, отпустите овчарочку, я уже с ним разговариваю. Сатурн, ёлки-моталки. Это просто праздник какой-то. Вот вам, ребятки, парад планет. Командовать парадом буду я. Вчера должен был, ну, здесь должен был. Вчера парад планет пошел, прошел. Но участники все на месте. Правда, не в строю. Ай-яй-яй. Не убегай. Сатища. Это Сатурн. И даже на мониторе я смотрел, на экране монитора, на компьютере видно даже, что кольцо не просто это эллипс светлый, а видно кольца Сатурна, кольцо Сатурна, оно сплошным кажется, отдельно от самого Сатурна. Ну все, я практически счастлив. У нас есть уже два участника парада планет. Сатурн, Марс. Спику я не считаю участником парада планет. Все-таки это звезда двойная. Причем звезды к планетам не вполне ясно. Я даже Луну готов считать. Более к планете относящейся. В конце концов, это объект, который приходится освещать, а не который освещает все кругом. Да? Как звезды. Хотя черная дыра — это звезда. Ну, то есть точно не планета. А черную дыру хоть освещай, хоть не освещай. Что такое астрофизика? Это когда вы находите в космосе белые пятна и называете их черными дырами. Так, ну и что? И теперь самое легкое. Находим последнего и самого яркого, в смысле планет, участника нашего парада, Юпитер.
Юпитер тоже сейчас замечательно на ближайшем расстоянии. Ну, 9 мая будет, но сегодня 4, 5 дней делов. На ближайшем расстоянии от планеты Земля и как раз напротив Солнца, то есть полностью освещено его лицо, его фейс солнечными лучами, солнцем. А расстояние до него 560, 658 все-таки, по-моему. Да что убег. Миллионов километров. Но поскольку объект этот огромнейший, с Марсом не сравнится. Ну что ж ты, ребятки, дорогие. Давайте как-то. Пособрание. Сейчас все будет. Ветер уже есть. Собаке понятно, откуда лают. Откуда такое какофония лягушачья? Тут же вроде никаких болот, речек, озер на расстоянии километров нет. Это в районе Северной Салы. О! Вот она, наша золотая. Все, значит, смотрите. Сегодня я даже выяснил, что пятый спутник — это никакой к дьяволам не спутник Галилеев, а всего лишь звезда какая-то с неудобоваримым, непроизносимым арабским названием Хабиб, тра-та-та, Аль-Хадид. Слева у нас Ганимед, Ио, Европа и Каллисто. Зараза, ветер какой. Ну что, тут как бы не нравится дымка, жди ветра. Ну, в общем, все три участника парада, ну, четыре, включая Луну, зафиксированы. И это не может не радовать. То есть вот это внизу, то, что очень выглядит как пятый спутник, это никакой не спутник, а просто звезда, попавшая в кадр, примазавшаяся к славе Юпитера. Лады, 4 мая 2018 год, Харьков. И, как по мне, более удачная попытка съемки парада планет, пусть в урезанном виде, без спики, но бог с ней, спика аут. И вон у нас уже заря поднимается. Сейчас будильник меня на работу будить будет.
все. Наслаждаемся.